там задержался. Думаю, Алексей продолжит так говорить. Здравствуйте, Семен. Вы давно не виделись. Интересно, что завтра Семен Мильштейн и его замечательные музыканты будут исполнять 57 мелодий, которые ни одна не повторится во время чемпионата Европы среди профессионалов по европейской программе танцев. И я хочу пожелать сегодня, чтобы все у вас получалось. Вы звучите потрясающе. Я желаю вам наслаждаться этой музыкой. И желаю вам также всем вам успеха завтра. А сегодня, вы знаете, войдя в этот зал, получается так, посещаешь разные события. Иногда приходишь и как-то говоришь, может быть лучше. А вот сюда пошел какой-то праздник. Потрясающие декорации, светло, красиво, красивые люди, замечательные организаторы, ведущие этого события и те, кто возглавляет замечательную национальную ассоциацию студии бального танца, которую называют Бройн в нашей стране. Спасибо вам большое. Спасибо, Ольга. Спасибо всем вашим коллегам. Замечательная публика. Алексей справедливо попросил вас аплодировать чуть громче, но я думаю, что это только начало. Вы войдете в ритм этого события, и это будет замечательно. Красивого вам вечера, радости, счастья, общения с этим прекрасным видом искусства. У меня была великолепная возможность сегодня с Алексеем стоять здесь дольше, на этой сцене. Мы здесь всякие танцы демонстрируем, у нас есть в активе кое-что. Тарас сказали, если вы сегодня будете много говорить, то завтра у себя на событии вы ничего не скажете. Вот мне пришлось сделать этот выбор. Спасибо за эти 5 минут, за отдельное шоу Попова. И вам всего-всего доброго. Счастливого вечера. Приятного. Спасибо.